Виктор Сырбу мете, Оливию Сырбу, туда, на свой край. Иди ко мне сюда. Так, сколько раз ты будешь делать? 600. 600. Иди сюда, ты закрываешь сюда, ставь сюда, пожалуйста. Теперь там Николай работает с ним. Они одинаковые примерно. Значит, тогда ты сам, а ты посматривай за девочками, посматривай за мальчиками. Нет, ты представляешь, что у него солнце с мамой. Хорошо? Все, давай. Боремся. А можем мы повернуться? То есть для того, чтобы фотографировать больше, надо вот смотри. Если я ставлю фотографию, вот, думаю, то когда она помарачивается, правильно, смотреть не очень удобно, да? Лучше, если ты не борешься, Точно? А что сейчас делать? Я потеряю себя и борьбу за это. Ну, почему так? Стоп, аккуратно. Скажи мне, как тебе удобнее смотреть? Вот так и так. А это? Вот так и так. Хорошо. Стоп, это? Вы где должны находиться? Мате, встали в стойку. Так. Остается
Вы отдыхаете, и Бога отдыхает, Миша. Ушли, вон туда шли. Так. Вы остаетесь. Саша, переходите сюда. У вас 5 минут. Так у нас чемпионат республики по дзюдо. Значит, без захвата за ноги. Первое. Второе. При падении не забываем, руки прямые не ставим. Перекат. И самое главное еще, на противника сверху не прыгаем. Делаем какое-то техническое действие, а просто сверху на него прыгать не надо. Так, готовы? Сейчас, одну секундочку. Хаджиме. Открыто. Куда ты все ходишь? Тогда уйдите оттуда. Миша, Шендри, вперед. Шендри, Миша. Так, сейчас все. Молодец, умница.
Они будут собирать деньги для того, чтобы делать машину. Да. Все будет мало.
Будь внимателен.
Он может и коленом ударить, и ногой, и папа не падает. Нет, иди сюда. Если что, возьми и останови склад, или еще что-нибудь. В партере, если упали, он все равно будет бороться. Потому что крючок, это у них в крови ничего не сделает. Поэтому не расслабляйся, только когда он отходит, хорошо? Вот, молодец, вот зашел, что ты его жалеешь, Дани? Вот где? Шендря, молодец, Шендря! А, это Миша. Это я. Ёлки-палки. Миша, иди назад, что ж ты? Все, красавчик. Так кто сделал? Я. Красавец, молодец, так, супер. Я выставлю в интернет. А что он сделал? Он бедро Мишу замочил, как птенца. Задуши его сверху, вот так вот подворачивается. Даник, ты еще не бросил. Я знаю. Левю ты еще не бросил. Сейчас ты живешь. Отлично, умница, Вазарев. Ну так помогать невозможно. Вот видите, давайте сейчас все и пойдем. Кино сейчас именно кино выглядит. Там такие фильмы бывают. Я уже не смотрю. Дальше смотрю. Я футбол смотрю. Искали есть интересные. Матео! Матео! Встали в стойку. Аджи! Ты же знаешь, что бывает. Молодец, Даня, красавец! Это Боля кинул, Даня. Боля! Да, Даник стоит, а Боля лежал. Даник, молодец. Еще раз можешь, вообще классно. Нет. Что, шашлёшь? Я буду Вот смотри, вот где ты вот такая мешковина может продаваться? Причем место, понимаешь, мне нужно чуть-чуть. Раньше вот такие мешки продавали, сейчас какие-то они такие маленькие. Это же беда, какая-то мешковина. Чтобы хотя бы взять, сшить отдельно, а потом сделать как мешок. Хорошо, Миша. Да, ну ответь ему. Ну вот я пробовал просто такие, но они расходятся. Но! Красавец! Что такое? Дыхалка. Дай помогу ему. Стой, держи. Надо поднять его так, чтобы дыхалка. Стой. Плечо? Нет, печень. Мате? Поклонились, суши. Следующие вышли. Ну, мы не Отлично.
Следующий лысый. Игорь, чуть-чуть отползи сюда. Я не хотел стоять, честно. А то, ну, просто вон потянули, я не знаю. Денис, Бутов. Бутов. Бутов, ты готов? Я всегда, отключено. Готовы? Готовы, да? Мешковина. Так, там ко мне. Сюда. Ко мне. Вот сюда. Вот сюда. Поворачивайся руки вперед. Сюда. Сюда. Прикол, сюда. Руки вперед. Сюда. Я буду оживлять вас. Руки вперед. Еще раз. Давайте бороться. Эй! Все, выключайте разговоры. Отлично! Это в какую-то сторону, в правую делал, да? Хотя сам левша. Но хорошо. Сегодня уже не училась, не понимала. Ну вы боретесь или нет? Что вы с ним разговариваете? Я сделал репорт. Там в Ашаре был. Я тебя прошу, куда не сами. Мате? Мате? Влад, иди сюда. Я? Да-да. Вот сейчас ты делаешь бросок. Бросок. Руки здесь держи. Вот здесь, когда у тебя получится. А что ты его на голову бросаешь? Еще раз. Что ты его бросаешь на голову? Да. Так, что у меня? Да. Ой, Майка, мой. Я тоже, а может, потом пойдем, когда не будет снова с девочками играть в волейбол? Я же тебе сказал, он девочек выбил. Нет, он принял. Да просто не ходили. Да, он же засилеет, что я не могу выбить, что у него, да, как давно вы положили. Ну, великолепно, Капелин. Япон. Япон. Смотри, смотри, ты делаешь, руки прямые. Хорошо, спасибо, Денис. И стоишь головой сюда. Упал бы на тебя, и все. За это кусок мать. Руки прямые, руки так подкини. Отсюда. А сейчас были фоны Дениса, да? Он же бросил на стену. Конечно, что там делать? Он же дядя Пашин. Пошли, пошли, пошли. Борис, Денис.
Есть, базарим.
Мате, следующее. Готовы? Виктор, смотри, ты не даешь, не даешь себя бросать. Он тебя уже бросил, ты все равно не даешь. А потом ты еще имеешь привычку держать. Получается, он на тебя падает. Ты возьми, упади сразу шапом. И все. А так он не может идти никуда, потому что его держит. Да ты что, ты здоровый? Если все будут так, один домой, другой сюда, все вместе, и как часто или работают. Дарик, ну давай замочи ты его уже один раз. Там вот ну Если вы захватываете, вы или что или ногу захватите. Это вы касаетесь. Нет. Нет, так не надо. Сейчас ты на боль. Сейчас ты на боль. Бутук. Попроси всех, кто там. Пусть идут сюда. Там 5 человек. Выключай, там разговаривай. Все моменты,
Так, следующие заправились. Сейчас у вас 25 бросков. Марк, девочек отпустить. А вы втроем, потом останетесь здесь. Матер, остановились. Так, Макс, будите сядьте туда. Так, внимание сюда. Сырго, Миша. Саша. 25 бросков. У вас минута есть. Не успеваете, наказываю, еще раз будете бросать. Бедро. Можно мельницу? Или бедро, или мельницу. Саша, ты готов? Да. Даник, ты готов? Так, Макс, встань сюда, считай. Коля, встань сюда, считай. Здесь я считаю. Приготовились? Слух считаем. Внимание. Оп! Готовы? И...
Время! Два! Три! Неправильно бросаешь руку сверху! Четыре! Неправильно линию берешь сверху! Тут! Послушай меня внимательно, если ты будешь идти так... Эй!
не так идти, а вот так идти. Тем более не выше вас, значит нужно что, чуть-чуть выше руки. Качаталовца. Так. Готовы? Yes. 100 бросков. Ну, а